Театры, библиотеки и музеи. Многие культурные объекты нашей области нуждаются в косметическом или капитальном ремонте. Некоторые не видели реконструкции со дня основания. Чтобы духовно красивые объекты были такими и снаружи, на их ремонт в этом году дополнительно выделят 65 миллионов тенге. Подробнее о культурном преображении в материале Айгерим Мукашевой. Красивая и современная. Так выглядит лицевая часть театра имени Николая Погодина. А вот другая, скрытая от глаз, до недавнего времени вызывала много критики у петропавловцев. Граффити на стенах, высокие заросли сорняков и сборище бомжей. Трудно поверить, что это здание – храм Мильпомена. Эту сторону театра, наконец, решили облагородить. Кстати, не делали это с момента его основания – 46 лет. Кирпичные стены выкрасили, рядом разбили уютный палисадник. За 2 месяца мы освоили, провели соответствующий ремонт. И в будущем планируется ремонт кассы нашего театра, тоже планируется выделение средств. Все работы проведены, сроки. Красили стену, меняли брусчатку, стелили асфальт, благоустраивали территорию. Освежили в этом году и здание Казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова. Работы начали в марте. Полностью обновили систему пожаротушения, установили 15 камер видеонаблюдения. К внутренним работам приступили в конце весны, чтобы к началу театрального сезона зритель зашел в уютный зал. Так и вышло. Сейчас работают над прилегающей территорией. На 500 квадратных метрах кладут брусчатку. Из городского бюджета выделили 4 миллиона тенге на текущий ремонт, но некоторые его части нуждаются в капитальном. Последний ремонт нашего театра проводили в 2008-2009. Он был капитальным. Отремонтировали и внутри здания, и фасад. Сейчас хотим сделать освещение, поставить лавочки, разбить уютный сквер, который станет местом отдыха горожан. В этом году разработают ПСД на капитальный ремонт системы отопления, а в следующем планируем реконструировать обратную сторону здания. Подходит к концу и капитальный ремонт одноименной библиотеки. Новый фасад, кровля, окна и крыльцо, над которым золотыми буквами возвышается название книжного храма. На все это из областной казны выделили 40 миллионов тенге. Но самое интересное – вот эта инсталляция. Словно на полке здесь расположились книги Пушкина, Абая, Макжана Жумабаева и других известных писателей. Сделано все из качественных материалов, которые подбирались с учетом североказахстанского климата. За 2 года на ремонт 13 объектов культуры в североказахстанской области выделили 200 миллионов тенге. В текущем году мы завершаем ремонты 5 объектов. Это районный дом культуры района Шалакына, теперь здание областной универсальной библиотеки, фасад здания театра Погодина, завершается ремонт Акаинского районного архива. Также в этом году дополнительно нужно 65 миллионов тенге. Планируют провести реконструкцию 1 объекта в районе и 7 в областном центре. Айгерим Мукашева, Дильнур Жанов, новости МТРК.